28-летний рядовой Эрнст Кейбл умер на поле боя во время Первой мировой войны. Но не от вражеского снаряда, а от дизентерии. Лечившие его врачи взяли образец возбудителя инфекции – штамма Шигелла. За 100 лет он сильно мутировал и развил устойчивость к антибиотикам. Но изучение оставшейся от солдата пробы поможет медикам расшифровать вирус на генетическом уровне и создать новое лекарство. В будущем эта бактерия, говорит представитель Департамента общественного здоровья Англии, поможет нам разработать вакцину для этого типа болезней. Или, возможно, лучше понять устойчивость к противомикробным препаратам, что сегодня очень важно. По данным Всемирной организации здравоохранения, от дизентерии ежегодно умирают более 700 тысяч человек. Доктор Кейт Бейкер, изучающая эту болезнь, считает, что она имеет глобальный эффект. Во время Первой мировой штамм Шигелла был главной причиной дизентерии среди солдат в траншеях, говорит доктор. Но и сегодня это главный возбудитель инфекции среди детей в 5 развивающихся странах. Снимки столетнего образца показали, что штамм развивает устойчивость именно к тем препаратам, которыми его пытались контролировать. Его дальнейшее изучение поможет найти новое лекарство. А значит, рядовой Кейбл продолжит бороться с врагом, угрожающим сотням тысяч жизней.